Гостей, дамы, господа, просто друзья России, Таиланда и друзья друг друга. Вы давно не виделись. Москва реально соскучилась по фестивалю, и особенно тайскому фестивалю, потому что был трехлетний перерыв из-за пандемии, и мы не встречались. И вот наконец-то мы встретились, и добро пожаловать. Да, ну что ж, друзья, давайте поаплодируем еще раз друг другу максимально громко. Самое интересное, что, вы знаете, не нужно отправляться в Таиланд, достаточно просто находиться здесь на протяжении этих трех дней и ощутить все то, что мы приготовили. Да, с вами весь вечер ведущий Роман Миров, популярный телеведущий и продюсер. Спасибо. И, конечно же, Маргарита Митрофанова. Давайте поаплодируем погромче. Thank you so much. Спасибо большое. И, конечно, основное слово «савадика». Савадика! Савадика! Ну что ж, дорогие друзья, небольшая, теплая, очень теплая официальная часть, непродолжительная, сейчас в городе плюс 35. Этот праздник не случился бы без поддержки города Москвы. Правительство Москвы уделяет большое внимание сотрудничеству с тайскими партнерами. И сегодняшнее мероприятие – наглядный пример теплых дружеских отношений Москвы и Таиланда. Ну и на сегодняшней церемонии открытия фестиваля мы рады приветствовать заместителя руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Вячеслава Викторовича Мануйлова. Вячеслав Викторович, ваше почтение. Савадика. Pleasure to invite in this stage Ambassador of Thailand, Sisivat Bangzin Savat. Please give a round of applause. Thank you so much. Посол Королевства Таиланда. Имя ты обещал говорить. Sisivat Bangzin Savat. Thank you so much once again. Уважаемые дамы и господа, уважаемый господин посол, ваше превосходительство, уважаемые гости фестиваля. Для меня огромная радость и честь быть сегодня с вами на открытии тайского фестиваля в Москве. Прежде всего, хотел бы поблагодарить коллектив посольства Таиланда и лично чрезвычайного и полномочного посла Королевства Таиланд в Российской Федерации господина Сасивата Вонгсинсавата, а также организаторов этого праздника за возможность быть на этой сцене, собраться сегодня в парке Эрмитаж, и хотел бы поприветствовать вас от имени правительства Москвы. Ура! Признаюсь, последние пандемийные годы заставили нас всех искренне скучать по крупным культурным мероприятиям. Думаю, я выражу общее мнение, если скажу, что мы счастливы вновь собраться здесь, на тайском фестивале, после трех лет отсутствия этого фестиваля в Москве. Вячеслав Викторович, а можно переводчица переведет чуть-чуть часть, чтобы запомнили ваше огореть? So, Mr. Ambassador, ladies and gentlemen, dear guests, it's a great joy and honor for Mr. Manuilov to be here today at this opening ceremony of the Thai Festival in Moscow. Mr. Manuilov would like to thank Mr. Ambassador, the entire staff of the Royal Thai Embassy in Moscow, and of course the organizers of this event for the opportunity to speak from this stage and to greet you on behalf of the Moscow government. Mr. Manuilov has to admit that the last few years were marked by the pandemic, and they have made us all miss the cultural activities. And he believes that he will be speaking for everyone when he will be saying that they are sincerely happy to become a part of this annual Thai festival now after a two-year break. Хотел бы сказать, что этот фестиваль искренне полюбился москвичам и гостям столицы. Мне лично посчастливилось неоднократно бывать в этой прекрасной стране и в ее столице Бангкоке. Это уникальный по своему колориту город, абсолютно самобытный и космополитичный. Это бурно развивающийся мегаполис с многовековой историей и четким видением процветания в будущем. Over the years, both the citizens and guests of Moscow grew fond of this event. Mr. Manuilov has visited this wonderful country several times, including its capital, Bangkok. This city is unique in its nature. It's purely authentic and cosmopolitan. It's a rapidly developing metropolis with a long history. Символично, что в этом году, когда наши страны отпразднуют 125-летие установления дипломатических отношений, столицы Москва и Бангкок отмечают 25-летие установления партнерства. За эти годы наши города вместе воплотили в жизнь десятки совместных проектов.
начиная с торгово-экономического, технологического, урбанистического сотрудничества и заканчивая культурными обменами и настоящей дружбой. It's symbolic that this year, when our countries are celebrating the 125th anniversary of diplomatic relations, Moscow and Bangkok are celebrating the 25th anniversary of establishing partnership. Over the years, our cities have implemented dozens of joint projects together, from trade and economy to cultural exchanges and urban projects, and of course, your friendship. Уверен, что наши связи со временем будут лишь крепнуть, а у жителей Москвы и Бангкока, а также других городов Таиланда, будет масса разнообразных возможностей познакомиться с культурой и гостеприимством друг друга. Mr. Manulev hopes that our ties will only grow stronger over time, and the residents of Moscow and Bangkok, as well as other cities in Thailand, perhaps will have many more opportunities to get to know each other. Еще раз хотел бы выразить свою личную искреннюю благодарность коллективу посольства Королевства Таиланд и лично господину послу за организацию такого прекрасного мероприятия. Mr. Manuelov would like to once again express his deep gratitude to Mr. Ambassador and the entire staff of the Royal Thai Embassy for organizing such a wonderful event. Этот фестиваль – настоящее украшение культурной жизни нашего любимого города. This festival is a real jewel of the cultural life of our beloved city. Желаю вам всем насладиться этой потрясающей атмосферой и культурой Таиланда, попробовать любимые во всем мире блюда тайской кухни, а также открыть для себя эту далекую, но такую притягательную страну заново. Большое спасибо. Mr. Manulev wants everyone to enjoy this amazing Thai atmosphere, to taste the cuisine, to get to know the culture, and to rediscover this distant yet alluring country. Thank you. Thank you very much. When you love for your warm remarks, distinguished guests, ladies and gentlemen, and all friends of Thailand, Sawadee krap, good evening to you all. It is my great pleasure to welcome all of you to the Thai Festival in Moscow 2022 at this beautiful Hermitage Garden. First of all, on behalf of the Royal Thai Embassy and Team Thailand here in Moscow, I wish to express my deep appreciation to the government of Moscow, the Hermitage Garden, participating restaurant and entrepreneurs, as well as all other partners who have made this event happen today. Большое спасибо Вячеславу Викторовичу Манулову за теплые слова. Уважаемые гости, дамы и господа, друзья Таиланда, добрый вечер. Господин посол очень рад приветствовать вас всех на тайском фестивале в Москве в 2022 году в прекрасном саду Эрмитаж. Прежде всего, от имени посольства Королевства Таиланд и команды Таиланда он хотел бы выразить глубокую признательность правительству Москвы, саду Эрмитаж, ресторанам, участникам и предпринимателям, а также всем партнерам, благодаря усилиям которых это мероприятие стало возможным сегодня. Before 2019, the Thai Festival has been held regularly for six consecutive years and been one of the most popular annual events in Moscow. The outbreak of COVID-19 unfortunately prevented us from organizing it. But now the situation gradually gets better. So we think that this summer is the best time to bring back the atmosphere of Thailand and Thai-ness to Moscow once again. До 2019 года тайский фестиваль проводился в течение 6 лет ежегодно и был одним из самых популярных событий в Москве. К сожалению, вспышка пандемии COVID-19 помешала нам его организовать. Но теперь, когда ситуация постепенно улучшается, мы подумали, что это лето отлично подходит для того, чтобы в Москве снова воцарилась атмосфера Таиланда и всего того, что эта страна олицетворяет. Moreover, this year's festival is highly special, as it is part of the celebration of the 125th anniversary of Thailand-Russian diplomatic relations.
as well as the 25th anniversary of Bangkok-Moscow relations since their becoming the twin cities in 1997. Therefore, the Thai festival this year is a gift from us to our Russian friends to enjoy and to celebrate on this auspicious occasion together. К тому же фестиваль этого года особенный, поскольку он является частью празднования 125-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, а также 25-летия отношений Бангкока и Москвы с момента их становления городами-побратимами в 1997 году. Фестиваль этого года – это наш подарок нашим российским друзьям для того, чтобы отметить эти знаменательные события вместе. Ladies and gentlemen, before the pandemic, the Russian tourists were our top visitors with almost 1.5 million traveling to Thailand each year. With this figure, I can assume with confidence that Thailand is considered a dream destination for the Russians, and they still miss going to Thailand. So, while waiting for the full-scale resumption of our two-way travels, let me offer samples of Thai-ness under the theme Get Away to Thailand for your experience and as an open invitation to visit us again. Дамы и господа, до пандемии российских туристов в Таиланде было больше всего. В страну ежегодно приезжало 1,5 миллиона человек. И благодаря такому показателю господин посол может с уверенностью предположить, что Таиланд среди россиян считается очень привлекательным направлением, и многие до сих пор скучают по этой стране. Итак, пока мы ждем полноценного возобновления двусторонних путешествий, позвольте господину послу предложить вам погрузиться в атмосферу Таиланда здесь и пригласить вас в эту страну. I wish to highlight also that during 3 days event, there'll be a mixture of Thai and Russian performances, products and cuisine. From the Thai side, we have Thai artists performing Thai cultural dances. A famous Thai singer, Mr. Songsit Lung Lopakunsi, and a jazz band led by Dr. Pathorn Srikanon. From our Russian friend, we have performances by singers of the Voice of Russia and folk dances provided by the government of Moscow. Господин посол хотел бы также отметить, что в течение этого трехдневного мероприятия гости смогут насладиться традиционными тайскими и русскими представлениями, продуктами и кухней. Тайскую сторону представляют артисты, которые исполнят тайские танцы, а также известный тайский певец господин Сангсит и джаз-бенд под руководством доктора Паторна. С российской стороны выступят участники проекта «Голос» и коллектив народных танцев, который был предоставлен правительством Москвы. And moreover, the Hermitage Garden will become a catwalk for Thai silk fashion show by collection from Thai designers, namely the Kumod silk and Eskimo survival, alongside the Russian fashion house, namely Ikona and Vadim Malis. I hope you would enjoy them. Кроме того, в саду Эрмитаж будут проходить показы коллекций изделий из тайского шелка, тайских дизайнеров, а именно Kumaud Silk и Eskimo Survival, наряду с российскими домами моды, а именно Икона и Вадим Мерлис. Господин посол надеется, что гостям понравятся эти коллекции. Ladies and gentlemen, in conclusion, I want to say that Thailand and Russia have become comprehensive partners with practical cooperation in various fields. We have stood side by side each other in difficult times. The Thai festival in Moscow this year is another occasion that truly reflects such a long-standing friendship and will be another important page in the history of our friendship. I'm certain that our countries still have so many things to exchange and offer to each other for greater opportunities in social, economic and cultural aspects. Дамы и господа, в завершение господин посол хотел бы подытожить и сказать, что, несмотря ни на что, отношения между Таиландом и Россией обрели всесторонний характер, они отличаются практическим сотрудничеством в самых разных областях.
В сложные времена наши страны стояли плечом к плечу, а тайский фестиваль в Москве в этом году – это еще одно событие, которое в полной мере отражает столь давнюю дружбу. Оно станет еще одной важной страницей в нашей совместной истории. И господин посол уверен в том, что нашим странам еще есть чем обменяться, есть что предложить друг другу для расширения возможностей в социально-экономическом и культурном аспектах. Last but not least, let me express my heartfelt appreciation to all of you for all the support and passion for Thailand and for joining us this evening. You're always our friends. So with that, I declare the Thai Festival in Moscow 2022 open, and I wish all of you a very good evening. Thank you very much. ขอบคุณครับ Спасибо. Последнее, но не менее важное, позвольте господину послу выразить сердечную признательность всем вам, что вы пришли сегодня сюда, поддерживаете Таиланд, а также за то, что вы присоединились к нам. Вы навсегда останетесь нашими настоящими друзьями, и на этом господин посол объявляет фестиваль открытым. Ваши аплодисменты, и мы попросили задержаться наших почетных гостей, потому что сейчас у вас будет церемония перерезания ленты. So, ladies and gentlemen, right now we are going to cut this ribbon. Ну что же, давайте поаплодируем максимально громко, конечно же, все. Фестиваль открыт! Вот это да, наши самые-самые-самые громкие аплодисменты. Маргарита, обрати внимание, какая необычная лента, которую сейчас, собственно говоря, готовы будут перерезать. So, are you ready? Друзья, все готовы? Let's count until one, three. Раз, два, три. Три, okay. Yes. You can cut it. Да. Ну что ж, друзья, исторический момент. It's a really historical moment right now. Let's make a round of applause. Yes! Фестиваль культуры Таиланда открыт. Официально открыт. В саду Эрмитаж мы будем отмечать разные культурные события, пробовать кухню, знакомиться с друзьями. И сейчас мы просим почетных гостей фестиваля подняться на эту сцену. Сейчас мой соведущий Роман пригласит для So we are waiting for Mr. Mikhail Швидко, Special Representative of Russian President on International Culture, Cooperation Ambassador at Lodge. Also, Kirill Borsky, Ambassador at Lodge, Great Eurasian Partnership, Senior Official of Russia for APEC. Mr. Evgeny Tamikhin, Ambassador of the Russian Federation to the Kingdom of Thailand. Ну что, сейчас все наши дорогие гости в сборе, и я предлагаю сделать победное фото. Sure.